Друзья, в нашем магазине «Купи сувенир» огромное количество рынд и различных морских сувениров, или как сказать правильно, сувениров по морской тематике. Если вы хотите оформлять интерьер с уклоном в море, корабли, какую-то морскую романтику, в нашем магазине вы найдете для этого все. Сегодня хотели вам показать вот такой вот гибрид. И рында вроде как, и сувенир какой-то морской, дельфин вместе с колокольчиком. Ну, одним словом, такой вот морской сувенир, который у вас, с одной стороны, интерьерный, такая вот акцент какой-то интерьерный, с другой стороны, можно подавать им какие-то звуковые сигналы. Ну, вот на эту тему Аня, наверное, получше скажет. Ну, в первую очередь хочу сказать, что дельфин – это символ свободы, радости и благородства. И такой, скажем так, олицетворение вот этих всех качеств должен, в принципе, стоять у человека, который обладает этими качествами. И также, конечно, например, можно вызвать, подать сигнал, как будто вызвать, например, таким кого, например? Звуком, ну, горничную, например. Или еще кого-нибудь. Вот так вот я сейчас стукнула, не получилось. Вот, я стукнула. Не, можно просто зазвенит. Вот так вот пальцем. Ну да, можно вот так. Можно просто снять этот такой вот молоточек. А можно долбить латунный. Вот так. Да. Долбить не надо. Можно просто вот так вот позвонить и все. Очень мелодичный, тонкий звук такой. В принципе, рынды, скажем так, от своего размера. От их размера зависит звучание. Чем рында меньше, тем он такой тоньше, мелодичный, но чем побольше такая рында, издает более такой грубый, басовитый звук. Ну, в общем-то, все они сделаны из латуни, полированная латунь, и акустические свойства этого металла, в общем, давно были замечены, из них как раз и делают настоящие рынды, которые служат сигнальными устройствами на кораблях. Спасибо.